Долги по зарплате перед работниками обанкротившегося «Чувашавтотранса» полностью погашены. Информацию об этом сегодня опубликовали на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России. Напомню, Михаил Игнатьев в эту среду на заседании Кабинета министров пообещал решить проблему до наступления Нового года. Свои слова он сдержал. Средства поступают сразу на счета сотрудников предприятия. Отмечу, что по состоянию на середину декабря за «Чувашавтотрансом» числился долг в 34 с небольшим миллион рублей. Положенных денег ожидали 595 работников. По словам республиканских властей, ликвидировать задолженность помогла в том числе продажа активов предприятия банкрота. С торгов ушло пятиэтажное административное здание по улице Гагарина. За 53 миллиона рублей его выкупила ипотечная корпорация «Чуваши». Кроме того, в частные руки перешли автостанции «Новосельская» и «Привокзальная». Они раньше принадлежали перевозчику.